Всем привет! В этом видео мы посмотрим с вами амортизаторы фирмы SAX. Первым делом обращаем внимание на маркировки на самой упаковке. Здесь есть надпись Made in Germany. Данный амортизатор произведен в Германии. Откроем упаковку, осмотрим детали. Вся продукция SAX упаковывается таким образом, что упаковку они заклеивают. Об этом я рассказывал в предыдущем видео. Итак, вот перед нами амортизатор фирмы SAX. В комплекте поставляется куча буклетов, инструкций по замене, установке. Также в комплекте есть все необходимое для установки амортизатора. В данном случае гайка со скобой крепления. Скорее всего, это под датчик АБС или тормозной шланг. Скоба в комплекте присутствует. Амортизаторы такого вида называются амортизационной стойкой. Почему? Потому что этим креплением она крепится к поворотному кулаку и имеет опорную тарелку для пружины. Выполняет роль не только амортизатора, но и стойки. На самой детали мы с вами можем обнаружить также наименование производителя SAX, соответствующая голограммка, ну и надпись, как на упаковке, Made in Germany, что говорит о том, что данная деталь сделана в Германии. Эти амортизаторы масляные. В предыдущих видео я показывал вам газомасляный амортизатор. У него шток вылазит при нажатии. А эти амортизаторы масляные. И работает он на усилия как вниз, так и вверх. Также эти амортизаторы необходимо прокачивать, чтобы дать возможности жидкости расти, правильно расположиться во всей колбе. Вот. Ну и, естественно, менять данную деталь необходимо вместе с опорами, опорными подшипниками, пыльниками и отбойниками. Данного производителя я рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока!